Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока – квадратный метр. Сегодня на уроке познакомимся с новой единицей площади – квадратный метр. Закрепим знания о квадратном дециметре и квадратном сантиметре. Научимся выбирать соответствующие единицы измерения. Будем совершенствовать вычислительные навыки и умение решать задачи. Девиз урока. Внимательно слушайте и все услышите. Внимательно смотрите. И вы все увидите. Думайте, и вы все обязательно поймете. Посчитайте устно цепочки примеров и назовите результат каждого столбика. Проверим результат первого столбика. 18. Результат второго столбика. 2. Результат третьего столбика – 10. И результат четвертого столбика – 6. Молодцы! Самостоятельно преобразуйте именованные числа. С какой единицей измерения вы познакомились на прошлом уроке? Конечно, с квадратным дециметром. И вспомнили, что в одном квадратном дециметре 100 квадратных сантиметров. От теории перейдем к практике. Айгерим измерила предметы в своем доме и записала результаты. Ширина двери 80 сантиметров. Высота двери 2 дециметра. Высота стиральной машины – 8 дециметров. Высота стола – 7 дециметров, 8 сантиметров. Ширина телевизора – 3 метра, 4 сантиметра. Длина кровати – 1 метр, 94 сантиметра. Высота книжной полки – 32 сантиметра. Длина книжной полки – 1 метр. Ширина холодильника – 58 сантиметров. Найди ошибки в ее записях. Конечно, Айгерим неправильно записала высоту двери и ширину телевизора. Высота двери не может быть 2 дециметра, так как 2 дециметра – это 20 сантиметров. Высота может быть 2 метра. А ширина телевизора в доме не может быть 3 метра 4 сантиметра. Ширина может быть 3 дециметра 4 сантиметра. Вспомните, по каким формулам находится площадь и периметр квадрата и площадь и периметр прямоугольника. Соедините линиями формулу и ее обозначение. Отлично! Площадь прямоугольника находится по формуле А, умноженная на b. Периметр прямоугольника находится по формуле А, умноженная на 2, плюс b, умноженное на 2. Площадь квадрата по формуле а, умноженное на а. И периметр квадрата по формуле а, умноженное на 4. Решите геометрическую задачу. Дан прямоугольник со сторонами 7 сантиметров и 3 сантиметра.
Найдите площадь прямоугольника. Начертите прямоугольник и запишите решение. Не забудьте, что площадь измеряется в квадратных единицах измерения. Проверьте, такое решение у вас получилось. Решите еще одну геометрическую задачу, в которой надо найти площадь квадрата. Прочитайте условия. Чему равна площадь квадрата со стороной 5 дециметров? Запишите «дано» и «решение». Сравните свою запись условия задачи и решения с оформлением задачи на экране. У вас получилось так же? Объясните своим друзьям, как вы рассуждали. Как измерить площадь? Нет задачи проще. Стали мерки строго в ряд, будто бы солдатики, ровные квадратики. Какой меркой удобно измерить площадь пенала? Площадь пенала удобно измерить меркой квадратный сантиметр. Что мы еще можем измерить с помощью мерки 1 квадратный сантиметр? Верно. Площадь тетради, блокнота и так далее. Какой меркой удобно измерить площадь коврика? Площадь коврика удобно измерить меркой квадратный дециметр. Что еще удобно измерить с помощью мерки 1 квадратный дециметр? Верно. Площадь стола, площадь доски. Какой меркой удобно измерить площадь комнаты? Кто догадался? Как назовем новую мерку? Молодцы! Квадратный метр. Что удобно измерять такой меркой? Конечно, площадь комнаты, сада, огорода, то есть большие площади. Что такое 1 квадратный метр? Квадрат со стороной 1 метр. Слова «квадратный метр» при числах записывают так. 5 метров квадратных, 9 метров квадратных, 20 метров квадратных. Вспомните, сколько квадратных сантиметров в одном квадратном дециметре. Верно, в одном квадратном дециметре 100 квадратных сантиметров. Установим соотношение между квадратным дециметром и квадратным метром. Так как квадрат со стороной 1 метр можно разбить на 10 полосок, в каждой из которых по 10 дециметров квадратных, то всего в одном квадратном метре 10 десятков или сотня квадратных дециметров. Значит, 1 квадратный метр равен 100 квадратным дециметрам. Запомните это соотношение. Пользуясь данным соотношением, выразите квадратные метры в квадратных сантиметрах. Проверьте. 3 квадратных метра равны 300 квадратных дециметрах. 6 квадратных метров равны 600 квадратных дециметров. 9 квадратных метров равны 900 квадратных дециметров.
Пользуясь обратным соотношением, выразите квадратные дециметры в квадратных метрах. Проверьте. 800 квадратных дециметров равны 8 квадратных метров. 600 квадратных дециметров равны 6 квадратным метрам. 500 квадратных дециметров равны 5 квадратным метрам. Молодцы, ребята! Перейдем к практике. Решим геометрическую задачу, используя новую меру длины – квадратный метр. Прочитайте условия задачи. Длина клумбы в парке 8 метров, а ширина 3 метра. Найдите площадь клумбы. Запишите краткую запись и выполните решение. Для решения задачи вспомните формулу нахождения площади. Проверьте, так ли вы сделали краткую запись и выполнили решение. Так вы рассуждали. Чтобы найти площадь клумбы прямоугольной формы, надо записать формулу нахождения площади прямоугольника. То есть S равно A умноженное на B. Затем в формулу подставляем данные длины и ширины клумбы. Записываем. Площадь равна 8 умножить на 3 равно 24 квадратных метра. Записываем ответ. Площадь клумбы равна 24 квадратных метра. Подумайте, как можно изменить вопрос в задаче, чтобы можно было найти периметр. Например, найдите длину бордюра вокруг клумбы. Запишите краткую запись и решение. Объясните друзьям, как вы нашли длину бордюра вокруг клумбы. Наш урок подходит к концу. Закончите предложение. Сегодня на уроке я узнал. Теперь я умею. Было интересно. Знания, полученные на уроке, пригодятся мне. Мы с Игорем прощаемся с вами. Вы, ребята, молодцы. До свидания, до новых встреч.